В дикую природу выпустили махоногого сыча. Его привели в чувство после травмы активисты центра «Мата-Мата», пишет 29.ру. Несколько недель назад сыч прилетел в Архангельск в поисках пищи. Городские условия после леса оказались для него невыносимыми. В полете ударился в окно в одной из школ и получил черепно-мозговую травму. В центре «Мата-Мата» его выходили. Активисты поясняют, что совопад осенью – привычное явление. Этому сычу повезло, его вовремя обнаружили. После реабилитации сова на воле. Сегодня активисты «Мата-Мата» выхаживают ястреба. Скоро его также выпустят в дикую природу.